Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем Beyond Two Souls, и мы с вами в прошлой серии остановились прямо на этом месте. Оп, тихо, что такое? Ну, само собой, ножик-то надо с собой взять, мы остановились на этом месте, если возьмем с собой нож, наверное, на всякий пожарный. Эй, я тебя сейчас слышу! Кэш, что убрать? Ты чё вообще, что ли, дурнулась? Блёха, я думал, с собой возьмем, будем ворон убивать, а курицу гриль, ворон шриль, вся дела, короче. Я нихера хотела сама себя пырнуть, ты посмотри какая. Ладно, выходим, короче. Со всеми тут пообщались, все ребята местные, все ребята нормальные. Стэн вообще красава, если чё, Стэн прям молодец. Стэн нас поддержал, Стэн нам дал кров, приютил, сказал, если что, приходи, можешь жить здесь, можешь оставаться. У нас запасы кончились. Есть нечего, надо что-то делать. Можешь ногу мою съесть. Ты, может, хочешь поучаствовать? Я вообще без проблем, прям, да. Как бы живем-то вместе, надо как бы помогать друг другу. Вот и пойдем. О, записались в бомжи. Идем, так сказать, в поля ржи. Наберем сейчас все какого-нибудь хмеля и дожремся. Да. Я прям вот так вот рифмую сегодня, короче. Сейчас наберем где-нибудь, наберем, найдем хмельные поля. Соберем там хмель, добавим к нему солод, смешаем все это. Берем 5 баксов хотя бы, будет нам горячий ужин. Давай здесь. Где здесь? Что в смысле здесь? Холода обычно больше подают. Да? Ну это вообще мы нормально устроились, а как присесть-то мне? Ну-ка, Стэн, давай-ка рядом. О, нашел себе, нашел нычку. Я напоминаю, если кого-то бесит, что она постоянно разворачивается, это тут джойстик такой. О, у него, вон, пипка, короче, сломана одна, она постоянно уходит, короче, влево. О, вот эта вот пипочка, короче, и все. Так, ну давайте по поводу холода поговорим. Сто, нет! Я нажал тебе на холод, мать твою. Я думаю, нет смысла вдвоем торчать в одном месте. Я пойду вон туда. Вообще нормальный вариант, как бы разделились. Побольше нарулим, значит, побольше нарубим бабосиков-то себе. Пойдем. Так, она куда хочет присесть-то? Сюда? Здесь газетка плоховата, как бы мы не очень тут, наверное, присядем. Или она на эту, на другую улицу хотела зайти. Слышь, мужик, дай денег, мальца. Мужик. Давай поделись, я смотрю, дорогие газеты читаешь, вон у тебя цветные картинки, нихера себе ты оборзел. Дай денег-то маленько, алло. Ты посмотри на меня, посмотри на себя, сидит такой стильный, одетый, шапка теплая. Мне, между прочим, холодно, дай денег, мужик. Мужик. Мужик, дай денег, слышь, ты что-то собака какая. Бляха, какой он вообще, короче, неразговорчивый. Давай просто кому-нибудь пристанем. Мужик, дай денег. Мужик. Бляха, все такие жлобы вы, короче, чтоб вас всех холод съел. Пойдем по следам. На день сядем, день в районе следов. Или вот тут прям, тут, наверное, потеплее, канализация дует. Здорово. Но и пицца тоже. Просто еда. Это сложно. Чё сложно? Алло? Чё у тебя сложно? Ты попробуй наморозь жопой, посиди голый на снегу, я посмотрю, что значит сложно. Да её дреть твою. Там тупик, что ли? Все нельзя туда? Эй, грёбаный джойстик вообще просто выдает сегодня. Так, мужик. Ки, мужики. Я ему сказал, не нравится так. Подожди, я хочу дослушать их великий разговор. Так с ними надо. Да, действительно. Это они про меня что... О, я нашел себе лежанку, отлично. Садись. Маркером надо написать, C++ за еду. Все дела. Так, обличающая, простая, искренняя, забавная. Ну, само собой, забавно, давайте напишем. Типа, жрать хочу я просто вообще. Ищу что-то, дом, что-то там, типа, там. Дома нет, голод есть. Давайте будем ждать. Сильно я хочу сейчас жрать. Подайте, ёб твою вас мать. Вот как-то вот так надо было написать, и тогда бы все срочно подали. Ну вы чё, какие жлобы-то все, алё. Ну вот видите, девчонка-то нормальная, не алкаш. Не алкаш. Не алкашам же можно подавать. Ну круто. Держи. Нихера себе ты, доллар, прикинь, доллар. Это, между прочим, сейчас 60 рублей, наверное, просто поддали. $1, красота.
У нас, по-моему, тупо копейки кидают какие-то, вон, которые в кошельке, короче, впадлу носить. И все, что ли? Какой, мать твой, доллар? Садись работай, жрать-то надо как-то. Там Стэн, все голодают, там суббота. Вы чё? Джоди, ты такая неответственная, слышь? Мужик, дай доллар. Жлоб. Так, давайте позвоним кому-нибудь, наверное. А... Ну, конечно же, естественно. Вот. Нельзя брать эти деньги. В смысле, нельзя? Мы же не воры. Так-ка мы не воруем, просто берем, мы пытаемся пропитаться как-то. Жизнь или смерть? Вот и я про то. Так-то подохнем нахер с голоду. Ну вот. Надо глянуть, как там Стэн. А Стэна всякая, какие-нибудь бомжи на него нападут. Набрал. Мало. А ты? Ну, я целую пачечку хернул. Вообще нормально, мы смотри как. Подзаработали прям. Охренеть. Джоди, откуда столько денег? Нашла. Джоди, если ты их украла, то... Не бойся, они ничьи. Да, они всего лишь эти... Банка. Больше. У банка можно маленько взять, чего бы нет-то? Никто не пострадал, правда? Вообще никого не бил, не било, не рулило, ни мозги не выколопывало, голову не разбивало. Все нормально, все честно, Стэн. Все нормально, я тебе серьезно говорю, прямо отвечаю. Я пойду за едой. Во, а я пойду жди домой. Здесь. Не, я пойду... Тут холодно, Стэн, я пойду к костру. Супермаркет, это супер рынок. Ну пойдем, пойдем за ним. Алло, Джоди, пошли за ним. Зато хоть пожрем, а то... Не, ну само собой, мы если бы сейчас эти деньги... Ты чего там скачешь, дядя? Лотерею выиграл, папа. Алло, молодежь! Проблемы, таких проблем, чтобы сломать их, кстати, от нас одни проблемы, понимаешь? Да, а то как же, да. Черт. Ну выпускай быстрее. Давай быстрее, 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 быстрее. Выпускай его. Отошли от него. Ха, ну вот дела. У бомжа-то нашего есть подружка. Сейчас ей эта подружка все яйца расплющит. Пусть все видят, что мы делаем с опустившими. Опачки! Ха-ха-ха-ха, школота! ЦРУ, ёпта! Кто нах на меня? Давай налетай! На-ка! 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 Ишь ты! Куда собрался, ёптрыть? Вали их, Джоди! Уйди домой, тряпка! Уйди, сказал! Алло, 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 алло! Выпускай! Выпускай бойца! На-ка! Ох! На-х, со лба, отлично! Руби его! Сука, не в ту сторону! Куси его за руку нахер, да и все, делов-то! Уйди, тварь! Во! А теперь разрубим сейчас! А теперь побьем собак! Снимай, снимай! Снимай, снимай, как опустившиеся делают с вами великие дела! Ха-ха! Разбей ему камеру нахер! Увидимся, сука! Иди мамке, пожалуйста, мудак! Круто ты! Я в армии научилась. Да, но их было четверо. И чё? А я один? Одна? Одно? Аню! Ха-ха, лохи, ба. Ой, пойдем, Стэн, не ссы. Нормально, вот просто подфартило, просто помог навык реальный. Есть в жизни помогающие навыки, адекватные, хорошие. Просто бить мудаков. Как говорится, они себе приобрели биту, чтобы от лохов отмахиваться. В итоге их мудаков завалила обычная девчушка. Ну вот как, вот так вот, а что вы хотели? Такие дела. Ладно ты, Джоди, не грусти, но в конце-то концов... Мы, я тебя сейчас спрыгну, сука! Мы сделали доброе дело, в конце-то концов. Мы накормили бомжей, которые нас спасли. Налетайте. Которые нас приютили, отходили, выходили, отогрели. Да, дали кров, так сказать, дом. Там баба беременная, в конце-то концов, ее надо кормить. Давай, Джоди, угощайся. Спасибо. Эй. Есть даже шоколад на десерт. Да ну, это нормально. Я даже не помню, какой на вкус. Такой коричневый.
А, на вкус. Такой шоколадный. Что это с тобой, Стэн? Подрался. Ты подрался? Если бы не Джоди, мне конец. А, тогда да. Вы видели? Их было четверо. И она их всех уложила. Так-то, ёпта. Так, что там с ребенком-то? А ты скоро тебе рожать? Через месяц. И где ты будешь рожать? Ребенок что-то давно не шевелится. Уснул. Я уже волнуюсь. Не ссы, все нормально, просто спит. Ее парень избивал. Не хотел ребенка. А почему ты на улице живешь? Убил. Я не понял. Так, а с Джимми что? Джимми? Что с тобой? Холод. Я так замерз. Ну это у тебя эти, как их, наркоманские эти. Ну, конечно, да. Отходники там, как это называется. Так, нападавшие. Ты что, их знаешь? Я их раньше видел. Шпана приходит сюда кулаки размять. У них эти телефоны с камерами. Смартфоны. Они так сука, покупают. Чувствуют себя крутыми. Да отморозки они. Эй, серьезно, блин. Меня тоже били. Тебя-то за что? До сих пор не отошел. Так надо им отомстить просто. Суббота? Почему такое странное? Ну потому что в субботу ее, наверное, из дома выгнали. Все же логично. Я ушла из дома в субботу. Все правильно. Первый день новой жизни. Ну а ты, Джоди? Ну, так родители мы назвали. Тебе ничего и не знаем. Не надо вам обо мне ничего знать. Как я Стэну все рассказала, все. Я делала ужасные вещи. Потом поняла, что меня используют. Ну мы это вообще с самого начала дело поняли. Том, это звучит странно, понимаю. Я не такая, как все. И я всю жизнь из-за этого мучаюсь. В смысле не такая, как все? Ну, друган есть. Ну, давай правду скажем. С самого рождения. Они нам помогли, нельзя им брать. Его зовут Айден, он всегда со мной. Он и сейчас здесь. Они ей всяко не верят, они и думают, она наркоманка. Только у Джимми проблемы с наркоманкой. Я прям с этим нигером в одной волне прям сидим с ним. Реально просто на одной волне думаем. Вставай. Давай покажем им. Во, давай покажем. Что они потому что не верят мне, надо как-то им доказать. А как им доказать это? Я хер его знает, на чем это доказать. Вроде как ничего нет. Вроде как ни на чем не докажешь. Подожди-ка, ребятки, ну вам же надо как-то продемонстрировать мой великий талант. Есть где-то кнопка, куда можно что-то применить? Нет, судя по всему, нельзя. Давай хоть руки погреем еще маленько. А, во. Хочешь узнать, как твой ребенок? А, в смысле? Ты... Дай мне руки. Ты это можешь? Нихера она может все, абсолютно все. Мысли, короче, мертвых считать. События прошлого видеть, еще что-то там. Ну-ка. Живой. Можешь не волноваться. Все в порядке. А она прям тебе как будто поверила, ага. Откуда ты знаешь? Ну, Айден же, ну, я ему говорю, не такая, как все. Надо с ними, короче, месяц прожить, чтобы потом принять у нее роды. Есть куда-то еще что-то тыкнуть? А этому что сделать? Что это надо-то? Подожди-ка. Не понял я. В чем прикол? Бедный Джинджер. А что делать-то с ним? А, это боль убирается. Вон оно что. Ну, давай. Неудобно-то как. Ну, давай, последнюю.
Ядрить твою. Какая-какая? Так, во. Вот это та, вот это та. Я путаюсь у них, непонятно, где какая страна. Да ядрить твою. Да бляха-муха. Во. Прошло. Что ты сделала? Ну, колданула чутка. Не ссы, все нормально. Ты обращайся, теперь пожить спокойно, поспи. Может, она его уже наркомания излечила, нихера себе. Это будет вообще прикол. Осталось еще и деда залечить, и все будет нормально. Ну-ка. А что, деду не надо ничего лечить? Так куда он сейчас там с радости повесится нахер? Его нельзя просто так отпускать. Да ядрить, то разберись, куда надо. Что такое? Пойду-ка я выпью на сон грядущий. Та дыра в спине, нихера себе. Такое чувство, что он просто изнутри что-то разорвало так. Спасибо за угощение. Да ладно, чё вы. Пойду прилягу. Обращайтесь, если чё. Спокойной ночи. До завтра. Я хотел спросить, где мне спать. И он мне койку уступил, прикинь, ну вообще красава просто, реально. Нельзя этим бомжам врать ни в коем случае. А то вдруг какую-нибудь концовку еще как-нибудь повлияет. Там еще что-нибудь, вы не сказали. Вы не сказали правду бомжам, поэтому вот вам плохая концовка. Тихо, тихо, что происходит-то? Суббота, у тебя... У нее начались схватки. Нужна скорая. Нужно срочно ехать в больницу. Да кто вас примет без страховки-то? Ничего нет. Ни простыни, ни одеяла, ни горячей воды. Сама подумай. У нас есть Айден. Подожди, у нас есть Айден. Нихера себе. Тихо, тихо. Успокойся, спокойно. Справимся, справимся. Так, Джимми. Тут рядом заброшенный дом. Знаешь, проберись внутрь. Я побежал. Давай. Уолтер сидит тут, присматривает за субботой. Джоди, идем. Куда? Раздобудем все, что нужно. Суббота. Не вздумай родить, пока мы не придем, ладно? Это нормально. Сука, не рожай, пока мы не придем, чтобы ни одной ноги, чтобы ноги его здесь не было, ни головы, ни ноги, ничего, быстрее. А куда мы бежим-то? Надо сейчас опять идти, гопники сраные нападут в конце-то концов. Стэн, ты понимаешь, куда мы бежим? Нет, там баба рожай, ты пощемал, у меня Жайден есть, надо было как-то его приручить. Куда бежать-то, Стэн? Стэн, подожди меня. Джоди, быстрей. Да ты там сам копошишься сзади, хер чего. Давай быстрей. Что мы будем делать? Искать врача? Нет. В смысле нет? Все равно нет денег, чтобы заплатить. И что мы будем делать? Слушай. Я хочу дать ребенку шанс, пусть даже крохотный, выжить в этом мире. Ему нужно тепло, и подгузники, и бутылочка, и нормальная одежда, и все остальное. Он не должен родиться в куче мусора под мостом. Ясно. Какие идеи у тебя? Никаких. Нормально побежали. Куда побежали? Что-нибудь. Ты хочешь магазин скрыть? Сейчас опять эти гопники придут. Стэн, ну ты что делаешь-то? Ну надо было хотя бы первое время принять роды там в куртку запеленать, там пуповину отрезать. Ведь там есть все, что нужно. Надо только открыть. Зараза! Тебя ж посадят, Стэн. Ты что делаешь-то? Может быть, должен быть способ. Ну есть, Айден. Я открою. А? Как? Как откроешь? Увидишь. Это ты, Джоди, вообще палишься, короче. Ну это хотя бы мы правду сказали, все равно бы они в конце концов все увидели. Ну давай откроем. Поехали внутрь. Так, ну это раз. Вот это сигналочка, которая ворота открывает. Отлично. Дальше чего? Дальше сами ворота. На-ка. О! Так, подожди, рано. Подожди, жди. Мы что-то забыли. Сигналку отключить, само собой, его забыли. Где сигналка у них? Где сигналка, я спрашиваю? Нельзя без сигналки сюда заходить. Где-то здесь на дверях должна быть сигнализация. А, камеры!
Так, камеры, все, отлично, камеру ищем. Ищем, ищем камеры, все сразу камеры пока, а то нас спалят нахер. Спалят и посадят потом, спокойно. Бляха, где камера? А, вот она, отлично. Ага. Вот теперь можно. Теперь можно. Так, сигналочка, спокойно, это что такое? Давай объясню потом. Берем все, что нужно, и уходим. Потому что если бы нас урожу спалили, нас же ищут половина спецназа, ёпта, Соединенных Штатов. Они увидят ее лицо и все. Скажут, ага, Джоди, попалась! А чё, мы не ходим? Взял все, что смог. Ладно, пора валить отсюда. Да. А, назад закрыть. Вот и вы. Быстрее, куда отошли? Ты смог забраться в этот дом? Да-да, с ней там Уолтер. Надо торопиться. Не понял я, подожди, они ее что, в дом перетащили, что ли? Чё ещё за запрошенный дом-то, алё? Какого хера так посреди, короче, квартала есть заброшенный дом? Чё за дела-то? И какого, чё вы тогда вообще в нём не живёте, живёте под мостом, если у вас рядом заброшенный дом? Если он заброшенный, значит, туда никто не ходит, никакая полиция его не посещает, пожарники не навещают. Там нет никого! Почему вам там не жить? Жили бы там нормально, потом выгнали вас, ну пошли бы обратно под мост. Я не понимаю сейчас их логики нихера. По-моему, бомжи живут где угодно, а если заброшенный дом есть поблизости, они по-любому живут там. Ну тихо, Джоди, тихо, не дури. Залази. Так, ты это вообще палево, нихера себе. Взяли, грабанули магазин, принимаем роды. Ух ты, мать твою, нарожает в натуре. Шевелись, плотва! Давайте быстрей! А кто-нибудь роды-то может принимать? Мужики, мы как-то упустили из виду этот вопрос. Я, конечно, понимаю, пеленки, простенки, там, подгузники, бутылочки, но акушер-то есть среди нас, товарищи? Я как бы не того. Слава богу. Начинается, я думал, не успеете. Что теперь? Вы знаете, что делать? Уйдите! Нет. Все, уйдите. Нет, так не надо делать. Кроме Джоди. Пусть Джоди останется. Ты сама рожать собралась? Ты чё, мать, вообще, что ли, уткнулась куда-нибудь? Роды, по-моему, происходят часов 12. Мы чё сейчас тут... Да ты чё? Ты понимаешь, что для меня это всё в первый раз? Для меня тоже. Просто не хочу, чтобы они видели, как я корячусь, твою мать! Они как бы уже увидели, чё в этом страшного-то? Не волнуйся. Мы разберемся, что надо делать. Мы разберемся. Чего тут сложного может быть? Действительно, все очень ребенок рожает. Че тут такого-то? Как всегда, каждый день такое происходит. Это как ходить. Ты вот с детства можешь ходить, и ребенка можешь, значит, с детства принимать. Давай помогу снять. Ты давай это, держись. Я с тобой. Это все, что я могу в родах сделать. Я с тобой. Суббота, я с тобой. Что делать надо? Ты не поможешь, Айден. Как это не поможешь? Айден может его вытащить. Я застелю матрас. Фу, я бы, наверное, уже в этот, в обморок упал. Держись. Ладно, сейчас родим. Сейчас родим, сейчас воспитаем, сейчас в школу спроводим, сейчас все сразу сделаем, все разом. Сейчас все сделаем, не ссы, не боись, сейчас все будет. Джоди, я бы не был так уверен, дыши. Дыши, слышишь? Давай, суббота, дыши ровно, вдох, выдох. Надо. Вдох, выдох. Дыши, давай, дыши, все. А теперь тушься, тушься, где значок тушься? Тушься. Тушься. Как быстро-то? Давай! Давай быстрей! Все нормально, нормально! Все идет очень хорошо, правда? Уже почти вышел, отвечаю, уже он головка виднеется. Вижу головку, чуть-чуть осталось. А там по-любому мальчик. Давай. Что такое? Все? Фу, отрежь ее быстрее. Перережем пополам. Надо спирт там обезвредить чем-нибудь. Да это мальчик, отвечаю.
Фу. Фу, Рики. Как это вообще делают живые люди, я не понимаю. У меня аж в мурашках весь сижу. Это же живое, это ткань живая. Это надо... Это страшно, что руку просто взять и отрезать. Так, а не, надо было... Ах, неправильно роды прям... Эх, Джоди, херовый стя акушер. Надо же было по жопе, короче, шлепнуть, чтобы он кричать начал и дышать начал. Но мы справились. Это вы молодцы, родили за пару минут. Ну, конечно, понимаешь, что это все игра и кино. Все хорошо. Но все же... Теперь все будет хорошо. Отцов позовите, крестных. Целая толпа стоит там, паникует за дверями. Хоть им скажите, что все нормально. Да вы что? Я позову всех. Вот, догадалась. Ух ты, такая кроха. Девочка, моя Зои. Зои. Хороша, чем ты. Зои. Следи за языком, Уолтер. Она уже все понимает. Зои. Мы тоже поняли. Не то, что хороша. Она просто богиня. Куда бы мы без вас? Да. И Джоди. Ты чудо, Джоди. Наше чудо. Есть такое дело. Ну вообще нормально, просто реально помогла. Спасла от голода, спасла от мертворождения, спасла от вообще от рождения и умерщвления. Приняла роды. Просто красава, ну реально. Джоди просто молодец. На превьюшку пойдет. Довольное лицо пойдет на превьюшку. И серию назову «Акушерка», ёпта. И всем все станет понятно. Всем все станет понятно, и все поймут, что там... Вы немного как бы кидайте там, я не знаю, ну даты хотя бы, это я разработчикам говорю, которые меня уже по-любому не слышат, что сколько... Отпраздновали, походу. А что случилось-то? Кто поджег домину-то, я не понял, алло, ребятки, вы что так не следите-то за тем? Встаем, алло! Стэн, проснись! Господи. Где остальные? Уолтер на этом этаже. Джимми, Суббота и Зоя наверху. Уходи, я их вытащу. Нет, я с тобой. Какой нет, со мной? Иди сама. Давай. С тобой. Мы вам уже не привыкать к пожарам бегать. Давай, выходи. Иди отсюда, сказала. Все, давай. На лестницу, быстрей. Я думаю, оно не на время. Да мы успеем. Что такое? Так, окейушки, как тебя спасти-то, товарищ? Надо же как-то дверь ему выбить, подожди-ка. А как ее выбить? Бляха, нам нужен какой-то... Да под... А, тихо, все, во, отлично, выламывай. На. Беги отсюда. Суббота и ребенок. Они наверху. Да я знаю, я, иди отсюда, сука. Бляха, полдня только трещать будут. Давай, Джоди, шевели копытами. И вот разговоры, которые сейчас вообще ни к чему. Вытащили, беги. Чё за херня там горит? Сейчас, не боись, иду. Иду, не боись, где вы? Так, он где-то здесь, да? Херово. Вылам, давай, Джоди, красава. Где они, они вместе. Сейчас спасем, подожди. Давай, Джимми, прыгай. Ну прыгай быстрей. Нет, я не смогу. Сможешь? Я не смогу. Сможешь, давай, прыгай. Прыгай, сука. Придется заставить. Давай! Прыгай!
прыгай давай, ну прыгай уже! Все, быстрее, быстрее, быстрее за ребенком! Иди нахер! Иди нахер, сука, за ребенком я бегу! Какая-то! Быстрее, 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 Джоди, та дверь! Бляха! Через окно, давай, 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 давай! Давай быстрей! Ну-ну-ну-ну-ну, Джоди! Бляха-муха, нихера себе ты! Давай, давай, давай! Ай! Все, отлично, держу! Бляха, нажимать непонятно, то нажимать, то не нажимать! Все, нажал! Где они, в какой комнате? Ты в этой, не в этой! Давай! Давай, давай, поднимай, поднимай, выламывай нахер все здесь! Десантура, ай, как вас спасти-то? Давайте скорее. Бляха, возьми у нее ребенка, ты быстрее бегаешь, она с ребенком очень медленно ходит. Че такое? Давай, 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 Айден, выручай! Вперед, вперед, суббота, давай, 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 не застряли мы! Во! А, ну действительно, у нас же щит есть, в чем проблема-то? Он же от всего охраняет. Не-не-не, вон, подожди, 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 стена, 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 стена! Айден, быстрее, стену! Ломай он нахер! Все, 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 пролазим, пролазим! Давай, давай, суббота, давай! Зойка, суббота, все вместе, давайте топайте! Почему во всех играх постоянно надо спасаться от пожара в конце-то концов? В Heavy Rain журналистку то же самое было! Подожди, быстро, тебя что-нибудь упадет! Иди, иди, выберусь я! Так, а нам что делать? А, она смотрит на окно, значит, нам надо в окно. Погнали быстрей. Ай! Тихо, 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 Айден, Айден, Айден. А что ты не летаешь-то? Айден, ты будешь что-нибудь летать, нет? Нет, Айден, короче, что-то на месте застрял. Наверх, надо с самого верха, короче, спрыгнуть как-нибудь. Не знаю, вон окошко открыто. Бляха, должен быть какой-то путь-то другой наружу. Ну вот, конечно же, а. Тихо! Прыгай, 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 прыгай! Опа, отлично. Опа. О, сука, в какую сторону нажать надо было? Я вверх нажимал и прыгала. Опа, так угадал, хорошо. Опа, угадал, молодчик. Прыгай, прыгай, отлично. Ну, щит и прыгай! Щит-то тебе спасет тебя от падения, да прыгай! Все, хорош, спаслись! Я говорю, щит, ну, само собой. Не знаю, как ты это сделала, но это просто класс. Как Зой? Хорошо. Все хорошо. Чего пожар-то начался? Ай! На! Красота! Че так бензина, зажигалка, тараканы побежали с гнезда. Вот суки, а! Я сказал, увидимся. Ну, сейчас мы посмотрим, падла, с тобой, кто из нас увидится с кем. Ты снял, Эд? Да, крупным планом. Ладно, парни, сваливаем. Уроды!
Суки, они ей позвоночник сломали, походу. Э, Айден лечить же может, слышь? Не вызывается. Блять, ну долбоебы, серьезно просто. Вот как их еще назвать? Господи. Кислород! Давай кислород! Нет, черт, не умирай. Не умирай. Тоди! Тоди, нет! Она же не умрет, доктор. Не умрет. Не, не умрет, не ссы. Если бы она умерла, была бы слишком короткая игра. Ну, конечно. Свет в конце туннеля. Свет в конце туннеля. Какая же смерть без этого? Или это она попала в этот мир к этим сраным упырям, которых мы закрывали портал? Как настроение, Джоди? Хорошо? Да что-то не особо. Наденем эту штучку. Не-не-не, рано, рано, рано. Это вся жизнь перед глазами проносится. Вы чё? Окститесь! Где? Кто меня теряет? Вот сюда надо. Не-не-не, надо выход найти, выход к докторам. Так, отвали. Так, это не то. Где доктора? Не хочу я ваши дырки соваться. Доктора где? Вот доктора, все. Идем в свет. Я иду куда-то, нет? Или не надо в свет идти? Не, нам явно сюда куда-то. Ее вытащили. Врачи, врачи ее просто вытащили, отвечаю. Я умерла. Не. Мертвые не разговаривают. Че это? Вспомнила про свою мать. Кто? Кто эта женщина? Мать твоя, ты же приемная. Зачем ты это показал? Он... Это мама? Ну да. Это мы где-то у дома у Айдена получается, но он что-то показывает. Это что за херня? Это такое тоже было у тебя в голове? Это вообще какой-то конец света происходит. Это... Что это? Будущее. А, будущее? Не исключено. Мы идем, нет? Блять, наркоманская смерть вообще, я ничего не понимаю. Одни роды, смотри, двое родов. Бляха! Здрасте, приехали. Очнулась. Айден? Что тебе? Ну зачем? Да в смысле зачем? Живи, зачем, зачем? Я не хотела назад. Не хотела, никто не хотел, живи.
Давайте на этом мы закончим. У нас появились действия активные. Недавно было сохранение, значит, начинается какая-то новая небольшая часть, и мы на нее посмотрим в следующий раз. Главное, что я не закончил серию на том, как ее избили. Это было вообще по-свински, потому что непонятно было, жила она, не жила. Короче, она жива. Айден ее вернул назад. Айден сказал, тебе надо, Джоди, жить. Поэтому в следующей серии продолжим жить или... выживать. Не знаешь, как там пойдет. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, смотрите в этой самой следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.